Ты лжешь. Да я клянусь, не вру. Ну ладно, немножко вру, но я же продюсер, это моя работа. Я верну тебе все твои деньги, обещаю, обещаю. У тебя трое суток, а потом я тебя задушу нахрен. За дурака меня не держи. Ты же нарочно не сказал всей правды об инвесторе. Отстань! У нас и раньше были проблемы, мы их всегда решаем. Весь мир уже в курсе, ты в долгах. Заходите ко мне на площадку, там будет Фрэнк Пирс. Извините, мистер Пирс, не хочу отвлекать. Можно автограф? Фрэнк Пирс был застрахован на 5 миллионов. Вот урод. Ни кадра фильма не снял и получил 5 миллионов долларов. Да, не позавидуешь. Вместо фильма дурацкая страховка. Слушай, я придумал аферу. Какую еще аферу? Мы притворимся, что мы снимаем настоящее кино. Мы его застрахуем, он будет сам делать трюки. Вы Дюк Монтана? Да, это Дюк Монтана. Что вы делаете, Дюк Монтана? Ежедневно играю в русскую рулетку. Вы идеально подходите на эту роль. Я очень прониклась историей. Берите ее. Дюк, но это же вестерн, мужское кино. Вы приняты. Бах, он погибает во время трюка, он мертв. А мы богаты! Мы богаты! Начали! Дюк Монтана! Если бы он сейчас был жив, он бы сказал... Где эта чертова лошадь? Дюк, боже мой, ты живой? Ты его плохо знаешь, у него 9 жизней. Неужели так трудно кого-то убить? Завтра отличная сцена на мосту, просто убийственная. Если бы не вы, я бы давно уже лежал на кладбище. Ну, да. Я тебя достану. Они готовы умереть за тебя. Заметь, не я это сказал. Это лучший бизнес. Да что ж ты за человек такой? Я продюсер. Афера по-голливудски. Кино у тебя за миллион, а машины почему нормальной нет? Да ни к чему эта роскошная жизнь на показ. Ты чё, дурак? Нет!